Владимировна Троцкова. Кстати, заслуженный учитель. Не, не заслуженный, я еще не заслуженный. Ну, просто старший. Филька народа. Филька народа. Учителька, да? Учителька, учителька. У меня отец русский, а мама украинка. И я пишу стихи на русском, а перевожу сонеты Шекспира на украинский язык. 20 лет я в Крыму, и мне не хватает украинского языка, я поэтому решила переводить на украинский. А с какого вы места? С Полтавы. А, с Полтавы. Да. Миргород, там где Гоголь. Я прочитаю один на украинском перевод. В Крыму очень много роз. Я хочу о розі прочитати. 54-й сонет. Величною стає краса, коли орнамент доброти в ній колеса. Троянду, любимо тебе, цінуємо твою вроду і Богу дякуємо за те, що дав тобі солодкий подих. Такий глибокий колорит в пелюстках і шипшина має, але подує тихий вітер у воріт. І сумну таємницю розгадає. Шипшина запаху немає. Шипшина – це троянда дика. Її душа така ж велика. Та в колючках ховає свою душу. Її розкрити не вмію я й не мушу. Вона живе в собі і для себе. І зовсім не чека на тебе. Ні почестей твоїх, ані пошани їй не треба. Троянда – така горда, що навіть смертю ароматною своєю в парфумах пам'яттю залишиться твоєю. Квітуча молодість пройде, твій цвіт юначе опаде, але в віршах добро твоє поміж рядків навіть сліпий знайде. Дякую. І філософські я люблю писати на русском языке. Я его еще ни разу не читала, первый раз. За дебют? Аплодируем. Вдохновение. Учитесь думать и делитесь своими мыслями. Говорите слова не громкие, а искренние. Замечайте не то, что хвалят, а то, что красиво. Никогда никому не завидуйте. Сами живите счастливо. Живите так, чтоб доверяли вам дети. Не ленитесь солнце встречать на рассвете. Научитесь беречь и силы, и время. Объявите бой собственной лени. Не стесняйтесь стучать, отворят непременно. Не бойтесь сказать, когда надоело. Научитесь молчать, когда необходимо. Учитесь прощать своим любимым. Не пропустите в жизни самое важное. Всегда защищайтесь, будьте отважными. Учитесь видеть в сложном простое. Сохраните то, что самое дорогое.